Добрый день всем. Сегодня 13 ноября 2024 год. Пришла в парк возле метро Нариман Нариманов. Где-то полгода назад тут ремонт сделали. Переделали, убрали вот старые тут качели были, вот всякие. Вот хотела вот этот обзор снять, показать вам. Внутри парка находится вот такой. Вот можно зайти, покушать, чай пить, посидеть, отдохнуть. Парк находится возле метро Нариман Нариманов. Утро 9 часов. Вот, кто рядом живет, можно выйти прогуляться, можно с детьми прогуляться. Вот убрали все старые вот качели, сделали тут для детей детская площадка. Вот тут можно детей проводить, все бесплатно вот для детей. Тоже бесплатно вот это можно поиграться тут. Сделали очень хорошо, правда. Все? Сходишь? Пойдешь. Хорошо сделано для детей площадка. И то, что хорошо, все бесплатно. София. Можно подняться вот в домик ты там. Поиграться там, отдохнуть. Хоть рядом живу, но после ремонта первый раз пришла тут прогуляться по парку. Но мне очень понравилось. Но самое главное, вот детская площадка понравилась. Много разные вот эти сделали. Вот. И всем детям доступно бесплатно. Вот и качели вот бесплатные. Очень интересно тут детям прогуляться. Первый раз вот в течение полгода в этом парке, вот очень мне понравилось. Вот все это для детей бесплатно. Ну, Валька.
Вот эта площадка для взрослых сделана. Я говорю, правильно сделали, вот эти старые качели все брали, тоже бесплатно, вот. Можно взрослым переходить, вот так заниматься. Я говорю, благодать прямо. Сделали очень хорошо. Вот парк находится возле метро Нариманов. Если кто не знает, вот знайте. Можно переходить с детьми, и дети займутся, поиграть, и также взрослые. Живу рядом, я не знала, что тут для взрослых тоже вот такой площадку сделали. Где-то 5 месяцев назад вот открыли его. Люди приходят издалека, вот занимаются. Я только узнала, что тут для детей слышала, что есть, но для взрослых я не знала, что тут вот такая площадка сделана. Переходи, займись, пожалуйста. Тут парк очень большой, еще можно дальше это снять. Тут даже сделали вот самый парк и туалет подземный. Такую красоту я сняла. Очень красиво и очень удобно сделали. И для детей, и для взрослых. Вот возле парка выход метро Нариманов. Магазин Баку Электроник. И метро парк рядом находится. И департамент находится рядом парка. Очень люблю такие ягоды, как я хожу, где-то есть, я его собираю и ем. Красота. В самом парке сколько кафе разных. Можно зайти, заказать, поесть, покушать, отдохнуть. Вот метро можно отсюда спуститься. Всю красоту сняла. Все, всего вам доброго.